Вы знаете, что меня смущает, не конкретно в вашем случае, а вообще в том, что, как мне кажется, образовалась какая-то вот мода на вот после того, как Чулпан Хаматова. Это самое страшное. Это вот, самое страшное. Вы знаете, вот ваш коллега Гоша Куценко, я был свидетелем, не смог даже произнести название своей вот этой вот организации, своего благотворительного фонда. В общем-то, оно, наверное, даже и не обязательно, но как-то это вот, вот меня это то, что называется словом «обломало». Как-то есть такое. Тем не менее, даже если он, может быть, находясь в несколько возбужденном эмоциональном состоянии у вас на программе... Нет, это не в программе было, это было на презентации. Да, тем не менее, он занимается этим. Он занимается детьми-аутистами, насколько я понимаю. Да. Не только аутистами, по-моему, связано с... координации движения. Угу. Я сейчас тоже могу забыть. Ну да, да, да. Ну вы не обязаны. ДЦПшники. Да. ДЦП. ДЦП, да. Вот. Тем не менее, он этим занимается. Тем не менее, он и тот же Гоша, и все наши коллеги. Это не мода. Предположим, когда с фондом «Подари жизнь» Чулпан судился определенный, тоже благотворительный фонд, который висит по всей стране и так далее. Да? Так как мы все этим занимаемся и собираем это из крупиц, отношение к тому, чем мы занимаемся. Да? Поэтому мы все приехали на этот суд. И Женя Миронов, и Водянова, и Дина Корзун. Я прилетел. Мы все собрались для того, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые вместо того, чтобы совместно налаживать... Ну, да. Вот то, что можно сдуть, да, занимаются непонятно чем. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».